приехали. А, друзья, сейчас мы приехали. Я все время назову кирпичным, но вообще-то это балка считается, да, кирпичного. Вот привезли брикеты, чтобы топить. Значит. Продолжаем развозить наши брикеты. Молодцы, вдвоем. Здравствуйте. Вот, у них есть немножко угля, а мы еще и привезли брикеты. В общем, потихонечку помогаем людям. Здравствуйте. Здрасте. Привет. Как дела? Нормально. Нормально. Если не стреляли, да? Да, если бы только не стреляли. Не стреляли. Это прабабушка. И вот она одна на данный момент воспитывает внучку. Так как так сложились обстоятельства, что вот мама за границей, да, получается? Да, и мы не можем переправить ее. Не переправить, и она сюда не может приехать. Папе доверенность. Мы не можем ее. А отец, который разведен, он вообще находится на территории Украины и сейчас, с ним связи нет. Проблема решается, может быть, решится. И он умер. И теперь-то нас ждет, что сестра его, может быть, как-то перешлет сюда, ну, свидетельство смерти, чтобы уже она, что его нет. Ну, вот да. Вот. Но из-за этого мы не можем ее никак отправить туда. Не могут даже с мамой встретиться. И вот она, эта прабабушка, получается, воспитывает одна внучку и находится в таком ужасном месте. Это, и сюда же прилеты, я смотрю, да, были. Да, вот она яма, это как клумба летом заросло, я как клумба оставила ее. Ну, хай пока вместе. Вот все это звание, потом мы вот сюда не доделали, думаю, ковис должна прийти. Вот это вот было развалено, это мы вот сложили, я нанимала, сложили, побила все. И двери он побили, ставим, потому что все ставили. Окна повылетали, двери насквозь повылетали, развалины, все поразит. Я случайно только зашла в кухню, вот эта полка побила мне на кухню. А второй раз вот там был прилет, и третий в огороде сейчас пошла. В огород, а вот пошла. Мы проезжали, мы слышали недавно, вот с 10-й там, где-то тут тоже прилет недавно был, да? Сейчас. Да не сейчас, вот мы были на улице сейчас с нею, и этот, как его... прилет, там где-то не, прям летел, мы отбежали, слышал, там и тут туда, там где-то упало. Потом еще два было, то вот буквально недавно. А потом сейчас стреляли, я говорю, не бойся, там надо стрелять. Вот, продолжаем. Выгружать все. Ну как-то так не сильно интенсивно идет обстрел, а так видите, бум туда-сюда, снаряды летают. Ну, слава богу, пока данный квадрат не прилетает. Сколько домов. Даже хороший дом тут стоит. Там никто не живет. А, побитые осколками везде. Ну, здесь все разбито осколками, все побито. Давай сюда. Раз, задавай два. Татьяна Николаевна качается. Тая, Катя, Дима, все покачиваемся немного, выгружая брикеты. Спасибо огромное Александру. Спасибо огромное всем, кто принимает участие в помощи людям. Деткам, старикам, инвалидам, живущим на линии фронта, и вот помогает отоплением, брикетами, различными материалами для того, чтобы согреться, потому что погода здесь нелетная. Сырая. Даже когда хотя бы мороз, и то не так мерзко, как вот когда морозы спадают, и начинается вот эта мряка. Блин, как здесь тяжко в эту погоду, люди, вы даже не представляете. Так что брикеты просто спасают. Кто имеет возможность, помогайте брикетами, спасайте людей от этой лютой стужи. Большое всем спасибо. Спасибо. Ой, огромное. Низкий вам поклон. Спасибо большое, что помогаете. Быть добру. Да, быть добру и чтобы победа быстрее.